Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я! Романе Григоровичу, давайте розпочнемо наш сьогоднішній ефір з такої новини. Україна працює над продовженням дії закону про ленд-ліз. Про це заявила посол Маркарова. Вона каже, що наприкінці вересня закінчується дія цього законопроекту. І, власне, Сенат майже вже схвалив його продовження. Зброя – це найважливіше. Скажіть, будь ласка, от як ви бачите далі ситуацію, враховуючи сьогодення? Скажімо так, ми маємо і будемо продовжувати отримувати зброю на тих умовах, яких зараз, ну, безкоштовно. Чи все ж таки потрібно включати ленд-ліз? Ленд-лиз – это тоже бесплатная передача боеприпасов, техники и в очень быстрые сроки, так как это уже, можно сказать, принятый Госдепом закон, по которому Байден может одним лишь росчерком пера отгрузить нам очень большое количество техники, боеприпасов, причем платить за нее не нужно, ее надо будет вернуть, эту технику обратно, ту, которая, по крайней мере, останется в живых. Можно ее вернуть обратно, ее можно будет оставить и себе, но тогда придется за нее заплатить. Потому ленд-лиз – это очень хороший закон, который почему-то целый год до сих пор не запущен. Но это как раз вот к Маркаровой и вопрос. То есть, что делал наш посол целый год, и под эту программу не было запущено ни одной поставки. Дело в том, что по тем программам, по которым нам сейчас поставляются боеприпасы и техники, они граничны и конечны. Граничны и конечны. То есть количество финансов, количество денег, которые выделяются, во-первых, надо их еще согласовывать с Конгрессом по некоторым позициям. То есть это такой длительный, с одной стороны, процесс, а ленд-лиз – быстрый процесс. Так вот, это количество денег, оно может быть недостаточно для поставок нам техники, а тем более той техники, которую сейчас мы начали запрашивать, тех же самолетов. Допустим, самолеты, один самолет с системой вооружения, подготовкой до 100 миллионов может стоить, если тот же F-16. Бригада с 40 самолетов, это 4 миллиарда долларов. На которые, если их запустить под те программы, под которые мы сейчас выбираем в военную продукцию у американцев, под эти программы, то есть мы лишимся 4 миллиардов денег на поставки тех же боеприпасов. А это уже не нужно нам, по крайней мере. Потому такие большие денежные кейсы лучше запускать через ленд-лиз. Тем более самолеты, мы ими попользуемся, те, которые останутся на крыле, то есть их вернем обратно. Да, тоже так же ни копейки денег платить не нужно. Они-то и были произведены, в конце концов, для того, чтобы уничтожать старое советское барахло, которым сейчас пользуется Российская Федерация. То есть как раз их задача. Потому Маркарова наконец-то правильно начала действовать по ленд-лизу, может быть, и с нашей помощью, с нашей с вами помощью, так как слушают много людей, и в том числе американцы также нас слушают и начали задавать вопросы в Белом доме, потому что у меня есть обратная связь по Конгрессу, эти вопросы в последнее время как раз и задаются, и еще раз повторюсь, с нашей с вами тоже помощью. И вот это движение, во-первых, надо запустить саму программу, во-первых, ее протестировать, одной партии, допустим, каких-то боеприпасов или техники, протестировать, как она работает. Контроль, очень важно здесь иметь контроль использования этой техники и боеприпасов, для того, чтобы можно было списывать определенную технику, вышедшую из строя или использованные боеприпасы. Ну и однозначно его надо продлять, потому что он закончит действие 1 октября. То есть этот закон, который он ограничен по времени, на год он был выписан, на этот финансовый год, 23-й, его надо выписывать на 24-й финансовый год, то есть следующий год. Потому Маркарова сейчас начинает это движение. То есть посол наконец-то начал работать в правильном направлении. Ей просто надо было подсказать, наверное. Надо было раньше нам с вами этот вопрос поднимать. Так, ви кажете, що таким чином набагато все швидше, а чому тоді? Це цілий рік, Роман Григорович, де повномасштабна війна, цілий рік не працювала?
Так это, я же спрашиваю, это же вопрос как раз к Маркаровой, вот пусть объяснит посол, который целый год не использовал этот механизм. То есть эти объяснения, если у вас есть такая возможность, спросите у нее или, по крайней мере, в МИДе, у любой говорящей головы из МИДа, спросить, почему они остановили, вернее, не запустили этот механизм. Причем отмазки типа «за него надо платить» не принимаются сходу, потому что нужно будет платить только за ту технику, которую мы потом, после войны, захотим себе оставить. Ну а кто же оставит себе технику, которая уже была в боях, ее же лучше отдать, потому что этот механизм не принимает. Это, так сказать, наперед сразу ответ. Или ребята не читали закон о ленд-лизе, либо сознательно его остановили. По каким-то причинам они могут быть связаны, кстати, и с Белым домом. То есть они могут быть связаны с посылом самого Байдена по этой программе не работать. Но это тоже надо проговаривать, поднимать вопрос и его докладывать, потому что впереди предвыборная кампания, впереди американское общество будет определяться с будущим президентом на 25-й год уже. То есть это та информация, которая точно должна быть в информационном поле. Ну и мы для себя должны понимать, в конце концов, какая все-таки помощь идет от наших партнеров. Потому что, исходя из тех цифр, которые заходят к нам, мы не получаем той помощи, которая выделяется. То есть обещанных там 47 миллиардов долларов, которые все последнее время говорят, мы реально получили миллиардов 17 именно в военной помощи как таковой. То есть остальные деньги, они разошлись на разные программы, начиная от строительства посольств и заканчивая производством на неопределенный или определенный срок некоторых военных позиций, но с поставками в 2024-2025 году. То есть а реально мы получаем где-то по миллиарду долларов в месяц всего лишь техники, на миллиард долларов в месяц. А вот если включили ленд-лиз, по нему можно было получать неограниченное количество техники, той, которую мы запрашиваем, и ту, которую примет решение Пентагон и Белый дом нам передать. То есть здесь вот есть такие механизмы, и где-то здесь чья-то собака порылась. Вопрос, чья собака и где порылась. А я ще уточню, якщо дозволите, Роман Григорович, роз'ясніть, будь ласка, тобто, от якщо запрацює за такою процедурою, а невже тоді Сполучені Штати прийматимуть ось цю техніку, яка вже була в боях? І наразі те, що ми отримали від союзників після завершення війни, ми теж маємо це буде повернути? Чи це все лишиться в нашій армії? Ні, все, що нам передається, воно нам залишиться. А по ленд-лізу, якщо буде передаватися, ми можемо його залишити, але купити, тобто заплатити за нього, либо вернуть в том состоянии, в котором оно будет на конец боевых действий. То есть, но вопрос ленд-лиза – это безлимитный практически передача военной техники, причем сразу военной техники со складов американской армии. Это не так, как сейчас программа, там, допустим, на 1,5 миллиарда или там на 2,5 миллиарда долларов передается Украине там столько-то, столько-то, того-то и чего-то. А реально передается на 0,5 миллиарда, а 2 миллиарда оплачивается под будущие производства, под будущие поставки. То есть это немножко, ну, мягко скажем, по нашему око замыливание, по-русски очковтирательство из реальных цифр. То есть цифры совсем не такие, как показываются. Хорошо, один из институтов разложил всю эту помощь за последние 1,5 года. Так я вот как раз по материалам этого американского института, который один из обозревателей разложил, вот где-то по миллиарду мы получаем. Максимум миллиард в месяц, а не там 47 миллиардов за 1,5 года или там чуть меньше. То есть немножко все не так, как показывается. А ленд-лиз – это прямая поставка любой практически номенклатуры, которую закажем и которая будет согласована с Пентагоном. Дякую за роз'яснення, Романе Григоровичу. Давайте рухатись далі нашим ефіром. Путін продовжує бити по Одесі. Ми бачимо б'є знову по портовій інфраструктурі. У НАТО заявили, що вони з союзниками на тлі виходу Росії з зернової угоди посилюють спостереження у Чорному морі. Скажіть, будь ласка, ну посилюємо спостереження, так? А питання то не вирішується?
Хто має взяти на себе ключову роль у вирішенні цього питання? Туреччина, Сполучені Штати? Як ви бачите подальший розвиток? Тому що вже другий тиждень, скажімо так, ми живемо без цього зернового коридору. Ну, они всегда озабоченность выражали. Скорее всего, уже выражать озабоченность надоело. Вот они сейчас будут выражать с постережением. Ну, в таком режиме. Или готовить, по крайней мере. Это один из способов выражения озабоченности, насколько я это понимаю, и не более того. Никто нам в этом смысле помогать не будет. Вот возник вопрос в Персидском заливе, и тут же туда американцы перебросили эскадрилью F-35 сходу, сразу. То есть у Белого дома на Ближнем Востоке больше интересов, чем в Черном море. Он им просто, Черное море неинтересно для Белого дома, естественно, для Пентагона в том числе. Потому кроме нас наши проблемы никто не решит, на это не надо закладываться. Мы будем решать эти проблемы, и одна из задач по Черному морю – уничтожение российской эскадры черноморской с уничтожением портов российских. Здесь зеркальные движения должны быть, потому надо именно сосредоточиться на выполнении вот этой задачи, не зерновой сделки, уже надо за нее забыть. Это сделка с дьяволом, которая была совершена, этих людей ждет 111 статья 100%, потому что погибли люди по этой сделке. И причина как раз именно те трейдера, те интересанты, которые эту сделку к нам притащили. А вот когда уже погибли люди, это значит уголовные статьи по убийству, ад здесь будет очень долго проводиться следствие, и выйдут 100% следствие выйдет на тех людей, которые еще в прошлом году затянули нас в эту так называемую зерновую сделку. Сейчас вернулись обратно год назад практически к стартовым позициям. Только мы потеряли людей, мы потеряли портовые постройки, мы не приобрели, не развернули зенитно-ракетные комплексы, расслабились, называется, по югу. Потому россияне нас и поймали, называется, на таком тихом противоходе, потому что они управляли процессом. Сейчас вернулись обратно, сейчас надо просто вот эту задачу уничтожения российского черноморского флота надо поставить во главу угла и начинать ее выполнять разными средствами. Как в рукомойнике Черного моря уничтожить то, что плавает российское, легко можно. Тем более там плавает только российское практически. После его затопления и Черное море будет получше и почище. Но и после уничтожения портов российских, всех причем портов, потому что все российские порты, все причалы, все терминалы, они могут принимать военные корабли, а значит являются легитимными военными целями. Это такой большой привет этим хозяевам этих причалов, портов и некоторых систем перегруза. А в основном это хозяева этих причалов и украинцы есть, и россияне, и израильтяне, и американцы, и европейцы. То есть вот если они сидят на ушах нашего военно-политического руководства, не дают принимать решения на уничтожение этих терминалов, то большой вопрос к нашей уже тогда контрразведке, которая почему-то мышей не ловит. То есть есть вопрос, и его надо решать конкретно. Контрики должны заняться этими наушниками, которые по какой-то причине до сих пор не дают нам возможность работать по этим причалам. По нам работают, мы почему-то не работаем. Это та же самая картина, как и вопрос того же Донецка, захода в Донецк. До сих пор туда и ногой не ступили. Рядом стоим, 10-й год стоим рядом с Донецком, а в ту сторону даже не смотрим. Вопрос, почему? 24 февраля мешает? Граница 24 февраля кому-то мешает? Вопрос, кому? Кто не дает заходить в Донецк, использовать те преимущества захода, особенно контроля высот по Донецку, тех же трудовских высот, того же ДАП, используем и сжигаем большое количество техники на других участках фронта, а стоим рядом с Донецком. Заход в Донецк, он может обрушить всю конструкцию, которую построил Путин в Украине. Правда, обрушит все договоренности, которые еще, может быть, действуют. Мы ж не знаем.
То есть Крым и Донбасс, вот мы еще до сих пор как корову такую священную обходим. Но это вопросы, опять же, к нашему военно-политическому руководству и контрразведке, которая точно должна заниматься этими вопросами, кто мешает, кто вмешивается в некоторые принятия решений по выполнению боевых действий. Кримський міст. Голова СБУ Малюк заявив про те, що реалізація в минулому році у жовтні операції на Кримському мосту – це СБУ. Він наразі натякає на що? Що буде ще? Да, в прошлом году неплохо была выполнена операция, причем сложнейшая операция спецслужб. То есть было сразу понятно, что это операция спецслужб. Вопрос просто какой? Либо ГУРа, либо СБУ, либо сил спецопераций. Ну вот Малюк обозначился то, что это служба безопасности. Однозначно можно поверить, потому что действительно сложнейшая операция. Она была доступна только спецслужбе такого высокого уровня. Потому можно поздравить здесь уже службу безопасности Малюка с хорошо проведенной операцией. И они потом еще повторили несколько раз эту операцию, то есть такого же уровня. Они создали вместе с с военно-морским флотом, с НИШ, ПАПой, довольно-таки неплохие беспилотники надводные, глиссера, тут же атаковали где-то через несколько недель после подрыва, первого подрыва Крымского моста, атаковали в бухте, Севастопольской бухте корабли российские. И вот эти же катера глиссерные недавно атаковали повторно Крымский мост и вывели его из строя, по крайней мере, одну из веток. Я думаю, точно будут они подрывать дальше, продолжать эту работу. Работа плодотворная. Раз начали в прошлом году, надо однозначно закончить. Сейчас туда подойдут краны, которые будут снимать и будут работать с мостом. Вот по кранам можно работать, так это плавучие краны, которые, можно сказать, корабли, их потопить и поджечь легче, допустим, чем попасть даже в поезд движущийся. То есть, ну, я думаю, спецслужба разберется в этом вопросе и Крымский мост починит в БОЗе, наконец-то. Роман Григорович, якщо говорити про ситуацію на фронті, Американський інститут вивчення війни пише про те, що Збройні сили України прорвали російські оборонні позиції на півдні. Вони спираються на те, що це показують геолокаційні кадри. Українські сили просунулися на 2,5 кілометри прямо на схід від Роботиного. А президент Зеленський, до речі, інтригував результатами на фронті і казав, що там деталі будуть згодом. От чи можна на сьогоднішній день вже говорити про ось цей прорив? Да, президент интриганом оказался. Видите, как получается. Интригует такими движениями. Ну, если реально, то тяжелейший труд, который несколько месяцев дал результаты. Мы зашли на несколько линий обороны. Там она одна, можно сказать, сплошная до Токмака. Реальных 7 до 7, иногда может быть больше, но можно считать, проминировано практически все. Такая 40-километровая линия обороны, вот мы по первым рядам сейчас ее прошли. Большие были потери, немаленькие, и техники в том числе. Потому, я и говорю, тяжелейший труд, который вот уже дает результаты. Работина мы проходим, действительно, работаем сейчас. Работина работаем по флангам, начинаем двигаться в фланговые, то есть на запад, на восток, зачищаем, расчищаем плацдарм для дальнейшего движения. Уже подобрали ключик, как можно двигаться, есть определенные успехи по применению новых систем поражения, они есть уже, те же даже боеприпасы, которые нам последнее время передали, кассетные боеприпасы, хорошо себя показали и хорошо показали себя наши ребята, которые их используют. То есть четкое применение именно в том секторе, где они сам показывают самую большую степень поражения российских войск. То есть вот таким клином продолжим двигаться в сторону Токмака. Дело в том, что если еще в таком режиме, допустим, пройти 10-15 километров, то там наметится каскадное обрушение фронта.
именно каскадное обрушение, а дальше уже им придется уходить с Херсонского и Запорожского направлений, такой обвал, фронт посыпется и Херсонский, и Запорожский. Потому в последнее время именно к этому направлению приковано большое внимание. Даже последняя ставка, вот, которая была в течение суток проведена, она была проведена в Днепре. Это недалеко как раз от Орехова, вот этого основного направления. Я думаю, там были подтверждены или приняты новые решения по развитию, положительному развитию ситуации и по усилению наших войск. Думаю, в ближайшее время мы действительно услышим то, о чем заинтриговал президент. Романе Григоровичу, ви завжди в ефірах мені говорите, що потрібно цей прорив здійснити перший. І тоді я правильно розумію, що от вже здійснили, тоді далі вже буде не легше, і я, як правильно сказати, можливо, скоріше, швидше будемо просуватися. Чи це наскільки ось цю роль грає прорив? Динамика движения однозначно улучшится, потому что сам по себе выход на первые рубежи и проход первых двух линий обороны это практически уже решение вопроса обвала фронта. Это глубина нескольких километров в зависимости от расположения сил, средств противника. Но здесь уже вопрос работы вдоль, не в поперек линии фронта, а вдоль, когда проходишь определенное количество укреплений, укрепрайонов. Дальше можно раздвигать фланги, укреплять фланги и фланговыми ударами раздвигать, так как движение вдоль линии фронта намного проще, чем в попере, когда фронтально его пробиваешь. Вот сейчас именно этим мы будем заниматься в ближайшее время. Сейчас будет видно даже не радиальное движение, то есть в сторону Азовского побережья, а расширение плацдармов. И оно будет такое каскадное, то есть обрушение пойдет каскадное, россиянам придется уходить с первых линий обороны, а дальше у них отстроена так линия обороны, чтобы, чуть задержать, но полностью остановить они уже просто не смогут. Потому будет накопление таких положительных моментов, синергетических эффектов будет проявляться по движению. Мы увидим уже увеличение скорости. Скорее всего, по двум направлениям, тем, которым сейчас вот видно, это район Работина, то есть общее направление на Токмак и общее направление на Азовское побережье из-под Времевского выступа. Мы уже прошли и Старомайорское, прошли его уже в сторону Старомлыновки, то есть это последний рубеж россиян в сторону Бердянска и Мариуполя. Потому, может быть, даже услышим по двум направлениям движения, не по одному, а именно по двум. Ну, посмотрим. Это все-таки все зависит от замысла главкома. Этот замысел, скорее всего, на последней ставке в Днепре был уточнен. И дальше, может, увидим в ближайшую неделю увеличение скорости. Британські розвідки повідомили про те, що Росія останнім часом якраз на півдні використовує нові К-52 і пишуть про те, що це дуже велика проблема для наших Збройних сил України, про те, що вони там їх модифікували і тепер це абсолютно новий К-52М, і вони врахували уроки, винесені з російського досвіду в Сирії. Романе Григоровичу, ви як фахова людина, так, оце, поясніть, будь ласка, яку проблему ось ці становлять ось ці вертольоти для наших ЗСУ? Чи дійсно це така велика проблема, чи все ж таки нам вдається з ними там боротися? Небольшая это проблема для систем на наших зенитно-ракетных комплексов, что К-52, что К-52М, это одинаковая цель. Единственное, что они начали использовать ракету, новую ракету с дальностью до 15 километров наведения. Причем ракета, она лучше, чем Вихрь-М, более-менее у них неплохая ракета Вихрь-М с дальностью до 10 километров. Но на этих 10 километрах мы еще как-то их перехватывали. То есть были механизмы, как можно было перехватить. Вот они сейчас вывели К-52М. С новой этой ракетой. Ракета с дальностью до 15 километров ее могут запускать, причем система управления ракетой, она визуальная, то есть головка самонаведения визуальная, которая захватывает цель, и в принципе после цели указания можно ее бросать, а ракета идет сама. То есть система наведения ракеты, головка самонаведения отрабатывает цель, и здесь уже есть проблемы, особенно после того, как ракета уже ушла.
Причем довольно-таки неплохая ракета, то есть они создали там практически больше 100 килограмм, но выполняют неплохо задачу. Именно и ракета, и К-52М. Но найдем мы ключик, раз нашли к 10-километровым пускам Вихря-М, то и к 15-километровым пускам этой новой ракеты тоже найдем, потому а это один и тот же, наверное, метод будет использоваться. Ребята наши, которые заходят на глубину 10 километров с трубами с ПЗРК, ну, будут заходить на 15 километров. Силам спецоперации, в конце концов, ну, будут на полдня раньше выходить и перехватывать эти вертолеты. Не проблема. Не было бы вообще никаких проблем, если бы были истребители F-16. Они бы щелкали, как семечки, еще на подходе к рубежу пуска. Ну вот, вот есть в этом проблема. Вот недостаток некоторых модификаций и некоторых позиций. Иногда приходится нестандартными методами их решать. Романе Григоровичу, я дякую вам, як завжди, за цікавий аналіз подій, дякую за цікаву розмову, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступних зустрічей. Романе Григоровичу, до завтра, дякую вам. До свидання.